Я думаю, это не заметит, ибо все то, что связано с так называемым открытым правительством, это просто попытка, причем попытка, принадлежащая именно людям Медведева, еще в бытность его президентом, продемонстрировать свою лояльность западному миру. Само по себе открытое партнерство – это на самом деле такое некоммерческое международное товарищество, которое создано по инициативе Бразилии и Соединенных Штатов, но на самом деле выдумано в Госдепартаменте для того, чтобы, используя лозунги открытого партнерства, ну, фактически залезть в святая святых, в процедуру принятия решений в чужих государствах. И президент Медведев в этом отношении, хватая везде накануне своего ухода какие-то возможности, решил, что вот членство в открытом правительстве, оно лично ему создает дополнительную славу либерала. На самом деле, с точки зрения государственной безопасности, это вещь довольно двусмысленная. Никто не приоткрывает своих секретов и тайн, когда это необходимо. И мы знаем, что до сих пор рассекречиваются в Великобритании документы еще между двумя мировыми войнами, остальные являются закрытыми. Поэтому все попытки изобразить это как чрезвычайное достижение и внедрить эти правила в деятельность российского правительства приводили только к одному. Наши процедуры принятия решений, сами решения, становились совершенно прозрачными для всех, кто ими интересуется, в том числе за рубежом. Сами люди, работающие в структуре открытого правительства здесь, очень тесно связанные с разного международного уровня авантюристами и конторами, которые занимаются открытыми правительствами, не заметили, как постепенно стали петь на их музыку. И вот это, мне кажется, произвело впечатление на Путина. Путин и наши службы разобрались в этом и отложили парад этой демократии на неопределенное время. И правильно сделали.